на свете семья. Отец, мать и три дочки. Однажды летом, в самую жару, захотелось отцу напиться. И послал он за водой младшую дочь. Пришла младшая к колодцу и задумалась. Вот вырасту, выйду замуж, родится у меня сын Кикос. И пошлю Кикоса за водой, пусть теперь он побегает. Вай, Кикос, вай, сынок. Ждали, ждали младшую и послали за ней дочку средную. Сестра ее криком встретила. Иди, иди, посмотри, что я наделала. Утонул Кикос, племянник твой. Убиваются, а отец за ними старшую шлет. Увидели ее сестрички, заголосили. Поплачет и легче станет. Кикосу там, Кикос. И средная сестра всю эту историю, как могла, рассказала. Несчастная бабушка. Кикос, дерево упал. Какой Кикос? А вот послушай. И рассказала старшая сестра, как дело было. Thank you.
Вай, Кикос! Вай, сынок! Плачь, рыдай! Несчастный дедушка, твой внук, Кикос, в колодец упал. И сказала безутешная бабушка, меня послушай. Отец семьи самим умным. Молчать! Закричал он. Глупости! Кто же это царя за водой пошлет? Придет же такое в голову, а мы на что? Сами сбегаем, принесем. Эй, кормилец! Не утонет, Кикос, не утонет! Тот-то бил радости. А ведь верно, кто же царя за водой пошлет? Правда, тут кувшин колодец упал. Но ведь кувшин, не Кикос.